Здравствуйте, уважаемые друзья! Это Слава из города Нейплс, штат Флорида. Это второй уже клип, который я снимаю о Grey Oaks сегодня. Вот я показал вам одну виллу за 950 тысяч, три спальни плюс офис, три ванны в таком средиземноморском стиле. Мы приехали еще один дом смотреть с моим клиентом, поэтому я как бы, пока он смотрит, хотел вам показать, как выглядит так называемый куль-де-сак. Ну, куль-де-сак это что? Это как у нас, как бы это назвать? Забыл я по-русски. Короче, это здесь заканчивается дорога, и здесь небольшой вот круг, на котором находятся дома. Вот, это очень тихий район, где находятся виллы. Вот все они в районе около 900 тысяч и 3 или 4 спальни. Вот и здесь сколько там, 6-8 домов, наверное. Вот. Но это очень спокойный район, он находится в самом центре Нейплс, очень близко ко всем магазинам. Магазины буквально в каких-то минутах отсюда. Пляж 7 минут отсюда езды, если ехать на Golden Gate, даже меньше. Поэтому как бы здесь три гольфных поля, очень большой клуб, теннис. И вообще это комьюнити очень активно. Здесь люди между собой общаются с удовольствием. Значит, и поэтому как бы Grey Oaks вообще считается очень хорошим районом. И на самом деле здесь купишь больший дом за меньшие деньги в гольфном комьюнити. Вот, поэтому мы с вами вот посмотрели, как выглядят виллы еще раз в Grey Oaks, но уже немножко в другом месте. Я повернулся 360 градусов, наверное, еще несколько раз. Вот, как бы избушка на курьих ножках на меня не напрыгнула. Это, знаете, как шутку, да? Избушку на курьих ножках. Поэтому я заканчиваю свое видео на этом. Показываю вам виллы в Grey Oaks. Всего хорошего. До свидания.